В деле Виктора Медведчука самое главное – завершить досудебное расследование и зайти в суд с обвинительным актом. Так генпрокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала продолжение на 2 месяца круглосуточного домашнего ареста нардепу от ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене. Также в ходе рабочего визита в Одессу Венедиктова еще раз подчеркнула, что в этом деле нет политики. На данном этапе продолжаются следственные действия. Наше завдання на сьогодні, прокуратура, і моє завдання як прокурора в цій справі – закінчити досудове розслідування, надати матеріали на ознайомлення стороні захисту і зайти в суд з обвинувальним актом. Напомню, 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Прокуроры настаивали на такой мере пресечения, подчеркивая риски побега, давление на вероятных соучастников, свидетелей, сокрытие, уничтожение, искажение вещественных доказательств. Адвокаты и сам политик, в свою очередь, заявляют о политическом преследовании представителей оппозиции и ряде процессуальных нарушений.